сцена свадьбы, скрытая от любопытных глаз. Кто должен был ее Сюнин, укажи путь. Твоя просьба исполнена. Раскрой мне свой секрет. Пусть немного покипит. Вот. Эликсир подготовит твой дух. Он приведет меня к меду? Он откроет твой разум тайнам мироздания. А пока поговорим об Асгарде. Как он пережил последнее нападение? Нас ослабило предательство. Если не успеем восстановить силы, новый удар нас погубит. Нет, я... Почему я это говорю? Очень странно. Ведьмин корень развязывает языки. Ты говоришь, тебе нужен мед? Насколько сильно? Скажи мне, что ты согласишься отдать, чтобы разбить оковы судьбы. Отдашь ли язык, руку, зрение? Я отдам все это, и не только. Хотел бы я это видеть. Локи, что это за обман? Я лишила тебя сил, Хави, и лишу жизни, если твои речи меня рассердят. Не надейся, что я прощу то,
что от твоих рук претерпел мой сын? Наш сын, Фенрир. Думаю, ты знаешь это имя. Да. В конце времен волк Фенрир станет моей погибелью. А теперь, когда ты не в силах больше лгать, скажи, что ты с ним сделаешь? Я хочу убить его, но не могу. Клятва на крови дана Локи, и я ее не нарушу. Я не лишу его жизни. Фенрир будет связан, пока не пробьет его час, и мы не встретимся на поле битвы. Такова наша судьба. Тогда мы свяжем и тебя. На тот же срок, что ты нашего сына. Око за око. Она тебя не убила? За что же такая милость? Дай-ка я помогу тебе. Нет! Нет! Стой! Стой! Нет! Нет! Могла бы чуть помягче. Меня мало волнует твое удобство. Так зачем отпускать меня? Из-за того же, что привело тебя в Йотунхейм. Тебе нужен мед, и я помогу добыть его. И что ты за это попросишь? Мне нужно немного меда. Остальное тебе идет? У меня есть выбор? Разумеется, нет. Мед хранится в тайнике. В доме Сутунга и его дочери Гунлёд в Утгарде. Тайник открывают лишь перед большим пиром, когда Сутунг делится сокровищами своих погребов. Только скверный хозяин не устроит большой пир ради высокого гостя. Скажем Хави, что родом из Асгарда. У тебя больше ума, чем я думала. Высокому гостю стоило бы поднести Сутунгу ценный дар. Этот пьяный болван Эггер недавно проспорил свой котел Сутунгу, но по дороге в Утгард котел исчез. Сутунг верно будет благодарен, если я верну ему котел. Найди дерево со следами чешуи мирового змея. Котел, возможно, побывал там. И не забудь о подарке для Гунлёд. В доме Трюма у озера близ Утгарда есть то, что придется ей по сердцу. У меня есть золотой обруч. Годится? Вполне годится. Когда добудешь мед, приходи к колодцу Мимира. Я покажу тебе, как избежать своей судьбы в Рагнарёк.
кораблей. Здесь приключилась беда. Red, red.
Мне нужна твоя помощь, Сюнин. Здесь была битва, но... Здесь была битва, но йотуны не оставляют тел. На повозке знак Эгера. Здесь тащили что-то огромное. Вырыли яму, чтобы сломать колесо повозки. Это засада. Если здесь тащили котел Эгера, он и в самом деле велик. Следы ведут вон к тому гигантскому корню. Звериная кровь. И следы. Рукавица йотуна Скрюмера лежит здесь давным-давно. Может, воры спрятали добычу в ней? Всюду мягкий мох. Трудно представить, что это вещь на руку. Нападут, как только увидят. Thank you.
сыновья Хюмера. Это у него Тор выиграл котел и принес Эггеру, чтобы боги могли утолять жажду. Похоже, его сыновья скрывались здесь, выжидая случая. Сыновья Хюмера. Это у него Тор выиграл котел и принес Эггеру, чтобы боги могли утолять жажду. Похоже, его сыновья скрывались здесь, выжидая случая вернуть котел. Мне его не унести. Но в Йотунхейме многое не то, чем выглядит. Стал куда меньше. Кажется, я знаю, что делать с Мороком. Подарив котел Сутунгу, я стану желанным гостем.
покажи мне. Малый рост не помеха подвигам. Хави меня называют. Я родом из Асгарда и хочу поднести тебе дар. Я знаю тебя. Но что может столь малая тварь сделать для великого Сутунга? Вот твой котел, что украли сыны Хюмера. Пусть этот дар станет началом конца нашей вражды. Столь малые вещи и такая глубина. Внешность бывает обманчива, не правда ли? Славно сказано. Пусть наши народы враждуют, но тебе здесь будут рады. Дреллы, у нас почетный гость. Готовьте пир. Я надеюсь увидеть и твою дочь Гунлёд. Говорят, ей ведомы тайные искусства. Она редко оставляет свои труды и чаще всего чурается общества других. Я приглашу ее на пир, если желаешь, и могу беседовать с ней об алхимии. Я был бы рад. Ты найдешь Гунлёд в ее пещере, вверх по тропе, в круге камней. Но берегись. Рядом со мной тебе ничто не грозит, но Утгард опасен. Я буду на страже. И Хави, будь мягче. Гунлёд не такая, как ты и я. Расправь крылья, Сюнин. Вот и круг камней, но я не вижу пути в пещеру. Снова морок. Теперь путь открыт. Это за место? Когда-то здесь свершилась великая магия. Мы жаждали увидеть все пути. Но все пути вели к Рагнарёку. Отец сюда больше не приходит. Не видит в этом смысла. Но я еще не готова сдаться. Ты из Асов? Верно. Я видела образы грядущего. Слышала голоса тех, кто придет после нас.
Голоса оттуда? Да. Я даю им слова. Крохи возможностей для чьих-то неведомых ушей. Много веков спустя. Тебе стоит отдохнуть от своих трудов, Гунлёд. На отдых нет времени. Рагнарёк уже близко. Я должна спасти мой народ. Скоро начнется пир в мою честь. Твой отец послал меня за тобой. Нет, не сейчас. Слушай. Послушай эти голоса. Ты здесь, пророчица? Ты меня слышишь? Может быть, и в другой раз. Другая нить. Идем. Не будем заставлять отца ждать. Кто ты? Нож зимы остер. Перлы неба усыпали землю. Почему ты удивлена? Я не выходила, не знаю сколько, но очень долго. Ты предана своему делу? Не делу. Я предана долгу. Мой народ и слышать не желает о скорой беде. Кто-то должен что-то сделать. Мы долго искали решение. И это бремя не прошло бесследно. Мой разум уже не так ясен, как прежде. Я слышал, есть один неиспытанный способ. Есть. Но прибегнуть к нему значит осквернить колодец знаний, из которого пьет весь Мидгард. Нельзя предсказать, как это повлияет на род людской. Придет хаос, это точно. Не хочу причинять людям вред. Но разве йотунам не грозит гибель? Мы найдем другой путь. Мы должны. Эти земли прекрасны. Я почти забыла. Если насколько... нас ждет иная жизнь. Они опасны в руках тех, чьи помыслы нечисты. Стены не защитят нас от Рагнарёка. Все, что мы построили, будет сметено. Чары проникли в самые ее стены. Ветры и снега давно истерзали эту башню. Скоро мы разрушим ее. Хави, все готово к пиру.
Надеюсь, тебе понравится. Ты щедрый и радушный хозяин, великий Сутунг. Никто не станет спорить. Смотри, твой подарок стоит на видном месте, полный свежего меда. Здесь хватит на сотню йотунов. Какая неожиданная честь. Ты уже наполнил его медом из тайника? Зачем? Он наполнился сам. Ведь это волшебный котел. Прекрасно. Но что, если мед закончится? Вы слышали? Хави боится, что все выпьет. Мой котел глубок, но тайник еще глубже. Пусть мои запасы тебя не тревожат. Меда у меня хватит. Отец, ты же знаешь, я не люблю пиры. Нужно ли мне быть здесь? Меня ждут дела. Дела подождут, дочь моя. Отдохни, повеселись. Отец, у нас мало времени. Повеселись. Не перечь мне. Хави, гости беспокоятся. Ты из асов, и они тебя не знают. Обратишься к ним с речью? Я готов. Выслушаем почетного гостя. Владыка асов жаждет мира. Ценный дар тому подтверждение. Прошу. Я Хави, чьи ум и язык остры, и я развлеку вас рассказом. Оставь свой рассказ при себе. Они ценят дела, а не слова. Наши народы враждуют, но отдаю вам должное. На Перу и на войне йотунам нет равных. Прекрасно сказано. Я могу продолжить, но кому нужны речи, когда есть мясо и мед? Ты хорошо знаешь йотунов. Так давайте же пить, есть и веселиться. Да начнется пир! Если котел не опустеет, Сутунг не откроет тайник. Пряная еда вызывает жажду. Пойду-ка на кухню. Я вижу музыкантов. Но где же музыка? В печали можно лишь тихо потягивать мед. Взбодрите гостей, сыграйте что-нибудь. Мы бы рады, но у меня украли арфу. Без нее нам не сыграть. Кто же мог украсть инструмент у Скальда? Рядом играли детишки, которые явно хотели пошалить. Я верну тебе арфу, и ты сыграешь. Трэллы, людей здесь разводят как скот. Таков удел низкорожденных. Гунлёд мрачна и даже не коснулась меда. Попробую развеселить ее. Ну же, попробуй! Можно посостязаться в стрельбе. После моей победы за меня выпьют. А кроме этого? Здравствуй, Хави. Хочешь проверить свою меткость? Нужно попасть в три цели за несколько вздохов. Я могу сбить муху в полете. А если стрелять под хмельком? Перед каждой попыткой придется выпить. Соглашусь, но с одним условием. За каждый мой глоток ты выпьешь два. Ха, такое условие я приму с радостью. Начнем? Покажи мне цели. Выпей и пускай стрелы. Тот
Ты вроде шатаешься. Осторожно. Славно. А теперь выпей и смени цель. Надеюсь, пьешь ты намного лучше, чем... Не промахнись. Последнее труднее всех. Надеюсь, пьешь ты намного лучше, чем ты. Метко стреляешь, Хави. Мед многих ослепляет, но твоя рука лишь крепнет. Еще разок? Пожалуй, нет. У меня в животе будто кружат угри. В глазах троится. Мне надо пройтись. Эгир, могучий друг асов. Не жалеешь, что потерял свой котел? Он не был моим по праву. Тор выиграл котел у Хюмера, чтобы пировать у меня. Я только хранил его. А после того, что случилось с сыновьями Хюмера, лишь рад от него избавиться. Не терплю распри. Конец распрям. За это я выпью. А мне и повод не нужен. Это ведь Локи? Нет, он точно не посмел бы. Ничто не ласкает слух сильнее стука роговых кубков. Половины уже нет. Котел Эгера можно осушить. Они ищут тех, кто бросит вызов их бойцу. Если победить, они осушат чаши. Хави, покажи свою мощь. Победишь лучшего бойца, и мы выпьем за тебя. Покажите мне этого воина, и я сверну ему челюсть. Гляди же! Ты смеешься? Я не стану драться со старухой. Коли боишься, тут уж ничего не поделаешь. Если она вправду лучше, хорошо. Постараюсь не переломать ее хрупкие кости. Есть храбрецы? Поразительная мощь. Тебе удалось победить старость. Никто до тебя не смог. Так выпей за меня, как и обещал. Эй вы! Осушим чаши за Хави! Гости пьют слишком медленно. Можно ли ускорить дело? Великую воительницу победили! Гостям не место на кухне! Прочь! Это чужая арфа, воришка. Лучше верни ее. Ну и что ты сделаешь? Поколотишь меня? Может, придумаешь что посерьезнее? Ладно, хочешь арфу? Прыгни вон в тот мед. Только залезь повыше, чтобы плюхнуться посильней. Что ж, учись. Уверен, струсит. Ну что, сколько костей сломает? 50. А может и все 100. Вот так. Теперь отдай арфу, и пусть зазвучит музыка. Клянусь яйцами Имира! Ты что, наполовину ворон? Кто ж тебя научил таким словам? Мама. А что?
Нет! Ты! Я не стану! Нет уж! Трусишь! Тогда прыгай сама! Я... Котел опустел. Нужно сказать Сутунгу. Великий Сутунг, гости просят мёда, но котёл пуст. Неужто? Не думал, что это возможно. Гунлёд. Отец? Открой тайник. Пусть травы принесут гостям ещё мёда. Отец, ты уверен, что им нужна добавка? Часть уже крепко спит. Не перечь мне, дочь. Пусть пьют, сколько захотят. Как скажешь. Я открою тайник. Никто не сможет обвинить Сутунга в скупости. На то не будет причин.